«Господи, что повелишь нам делать?» И вот после того, когда человек услышит этот призыв Господа, он выходит и думает: «Вот то, что я могу, то я и сделаю». Господь послал нам двух замечательных людей, мужа и жена, которые решили сделать то, что не могут, посвятить час храму Божьему. Пожалуйста, представьтесь и немножко расскажите. Меня зовут Павел, это моя супруга Жанна. Услышали вчера слово, вот батюшка говорил, что повелишь нам, Господи, делать. Вот вчера вышел сюда, посмотрел на деревья, на туи, они очень были внутри такие заросшие, сухие. И вот состоялась эта встреча у нас. Это работа, в общем, слава Богу. И вы с супругой пришли и посвятили какое-то время, почистили все наши туйки изнутри, собрали 4 больших мешка, то, что должно было бы убираться специалистами, так как они сами имеют отношение к зелентресту, то они сделали свое большое и доброе дело. Жанна, и вы несколько слов. Да, ну, мы в квартире живем, когда-то жили в деревне, и вот то, что вот действительно приходим сюда, приезжаем, глаз радуется, отдыхает, и уже из-за того, что как это, запал весь деревенский, уже видишь, так, там листья, там бы тоже подшкрив все руки, вот прям просились. И это, ну, благословение, да, уже на территории храма сегодня мы работали, много общались с ним. Да. Получили ответы на наши вопросы. Слава Богу нашему! Так что теперь, я думаю, вы будете наши постоянные помощники. Храни вас Господь, и пусть Матерь Божия помогает вам во всех добрых делах.